тоже этот дом узнал по окошкам. Интимно, да? Еще кальян можно закурить. Извините, а можно поставить танцевальную музыку? Что он сказал? Чё? Хреново все, да? Опять весь вечер будет с колонками бегать? Я читал Алиса в... Павел, читал ты «Алиса в стране чудес», да? Там интересный персонаж был такой, шляпник. А что он поставил? И ушел. Хоть бы посмотрел, что дальше играет, хоть что-то. Он же вроде диджей тут или что-то. Не, нам-то пофигу. Мы это под любую музыку зажгем. Нам деваться некуда, на самом деле. То, что пофигу, просто деваться некуда.
Душно, нет? Чуть-чуть кроме. Пока полностью. Чтоб так продавал, а то Том не поможет. Не зря пришли, да? Оригинальная музыка, никто не мешает. Почти в Лесоборье пошли, там, наверное, кишка народу. Шляпа включил Линдзи Стирлинг. В том зале. Так что у нас вот две музыки. Нам круто. Потолок пробьешь, конечно, да, ногой? Пробью. А у стронг этот, они хлипкие, они сыпаться будут. Это печально. В том зале, наверное, тоже пробить его можно. То есть несколько фигур упадает. Вот, да? А, еще. А? Сейчас Сталь Собачата проверим. Чтобы знать, что там в зале может тоже делать. Давай проверим, только ты голову вначале не выпрямляй. Сайт Собачата? Ну да. А что, вообще нет-то? Мы же отморожены. Не, ну у меня такое чувство, что вот если ты стоишь на руках, да, у тебя где руки? В районе, ну в районе, как ты сидишь интимное место, там задница, вернее, у меня на плече. То есть это одно и то же по высоте будет. Можем начать с этого, просто там более резко. С коняшки проверить. То есть коняшка, если входит, то Сальса Собачата входит, и наоборот, я считаю так. И самолет входит, и все входит. Кроме вот этой ногой, где пинать. Потому что там самая большая высота у нас в фигуре. Ну, давай Сальса Собачата сделаем. Просто сразу, наверное, не буду подниматься, это немножко голову прыгни для начала, потом посмотрим. Выпрямляй голову. Выпрямляй руки. Голову выпрямляй. Я же говорю. Руки не выпрямляй. А что такое, не выпрямляй? На зеркало сделай. Делаем. Прямо упала. Здравствуйте, Саша. Праздником вас. А потолок, а пол? Потолок, пол, какая-то, помнишь это? Челентано. Украшение строптива. Или какой-то фильм. Он лежит на кровати такой, умирает. Я не он, а кто-то там. А этот зашел, прошел по кровати, открыл, вышел в окно, да, или открыл окно. Он такой, пол, кровать, окно. И Саша такой, потолок, пол. Все. Ну и также для прицепа сделаем, чтобы убедиться этот... Как его зовут? Вот этот пришел. Как его там? Нафиг? Фиг?
фигня, фиг, фигня, фиг, нафиг. Фагот, фигот. Фагот, фигот, фигня.